Побережье Азовского моря в Славянских Кучугурах – это место, которое привлекает не только местных жителей, но и гостей нашего муниципалитета. Однако есть пока участок дороги, ведущий на море в гравийном исполнении, который не отвечает современным требованиям. И эта проблема поэтапно решается. Благодаря помощи краевой администрации продолжается трудоемкий и финансово-затратный ремонт проблемного участка дороги от хутора Верхний до баз отдыха в Кучугурах. Прежде всего, на участке дороги протяженностью 7,5 километров были уложены два слоя щебня со специальными добавками, что позволило поднять в этом месте и выровнять дорожное покрытие. После укладки третьего слоя гравийно-песчаной смеси был заасфальтирован километровый участок. И вот в настоящее время еще 700 метров дороги оделись в свежий асфальт. Благодаря участию в государственной программе развития сети дорог уже третий год реализуем на территории Славянского района мероприятия по асфальтированию автомобильной дороги верхней базы отдыха Кучугуры. То есть в прошлом году мы выполнили в асфальтном исполнении километр автомобильной дороги. В текущем году завершены работы 700 метров в асфальтном исполнении. При получении положительного результата в отборе Министерства транспорта и дорожного хозяйства планируем дальше продолжать асфальтировать нашу автомобильную дорогу. Будет более комфортно в пути время проводить, как бы направлено на то, чтобы было безопасно, комфортно, качественно нашим отдыхающим и жителям добираться до нашего побережья. Работы ведутся качественно с использованием специальной техники. По мере поступления финансирования шаг за шагом эта дорога будет заасфальтирована. Жители и гости Славянского района смогут быстро и комфортно добираться до побережья Азовского моря. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».